Ага. Проблему с базой решили в течение дня благодаря Володе Семеновичу. Смотрите, в чем суть. Джанго СМС не чистый Джанго. Может, потом и дальше что-нибудь придумаем. И Володя Семенович записал видео. Видео я размещу, если нажать на сайте spb-tut.ru, начни здесь. Далее найти Джанго СМС и найти установка Джанго СМС. Вот на этой странице будет видео по базам Володина, и я кое-что еще дополню. Так вот, когда Джанго чистый, тогда здесь появляется значок базы. Сейчас его нет, но Володя Семенович нашел выход. Значит, я просто покажу, что я еще делаю. Я говорю благодаря урокам Володи. Значит, нажимаем датабаза вот так. И просто мы можем ее вот сюда вот перетянуть. Ну, я просто показал, потому что эти-то можно поудалять. И дефалк можно поудалять. Сейчас. И база SQLite, либо другая база будет MySQL. Она все здесь отрабатывает, все открывается. Поняли, в чем суть, да? Потому что так задвинешь, и место значка, наверное, какой-то еще плагин надо. Django SMS все-таки не видит, но база, оказывается, можно работать, и не надо никакое стороннее обеспечение. Благодаря, спасибо большое Володе Семеновичу. Вот. Ну, еще можно покопаться тут в саппорте баз. Ну, в общем, посмотрите видео Володи Семеновича, и, возможно, мое, и тогда все получится.